Маслихата о том, что кандидатура, предложенная главой государства, поддержана. И разрешите мне зачитать указ президента Республики Казахстан, назначить Ахметова Серик Мехметова акимом Карагандинской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Это особая область для нашей страны, поэтому к выбору первого руководителя области, Карагандинской области, глава государства всегда подходит особо тщательно. Поэтому это особое доверие для вас, Сергей Владимирович, это особое для президента области. Ну и для вас она не чужая. Вы тут родились, ваша трудовая, рабочая молодость. Много отдали. Я думаю, что вы все те поручения, которые перед вами было государство поставил, вы, несомненно, выполните. Честно говоря, немножко жалко, поскольку мы с вами бок о бок все эти годы вместе трудились, и в качестве министра транспорта, и в последнее время в качестве моего заместителя много вы делали. Я хотел вас тоже поблагодарить от себя тоже лично за ту совместную работу, которую мы с вами вместе делали. Но вы далеко не ушли. Я думаю, что в социально-экономическом плане мы с вами также будем бок о бок работать, поэтому я вас поздравляю. Пожалуйста. Спасибо. Ең алдымен осындай жоғары сенім үлкен алғыс айтамын. Осы жоғары сенімді ақтауға бар күшімді және тәжірибемді саламын. Осымен қатар, Нұрлан Зайроллаевич, уважаемые коллеги, друзья, я еще раз хочу сказать, что для меня это очень знаменательный, значительный день в моей жизни. Сегодня мне, депутатами областного маслихата, оказано доверие и главой государства выражено большое доверие возглавить Карагандинскую область. Это я прекрасно осознаю. Это большая ответственность. Крупная промышленная область, регион. Я приложу все силы, знания, опыт, чтобы оправдать доверие нашего президента, чтобы выполнить те задачи, которые он поставил перед ним. Надеюсь, что будем трудиться в округе. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить Карим Бажапанович, вас. 4 года работы в правительстве вместе с вами, с Исланом Спаевичем. Я получил большую, серьезную зарплату. Президента и депутатов пожелать